Друзья, всем привет! На своем канале я часто вам рассказываю про различные способы заработка криптовалюты. Однако сегодня я бы хотел затронуть более важную тему, а именно хранение ваших монет в безопасности, при этом имея возможность удобно ими пользоваться. Речь сегодня пойдет о платформе Simba. Данная платформа, она представляет собой крайне надежное хранилище для ваших биткоинов, которое имеет множество уровней защиты, но при этом оно позволяет удобно и без лишних хлопот обмениваться ими с другими людьми. Как же это возможно? Схема работы платформы Simba выглядит следующим образом. Вы создаете аккаунт на их сайте. Вы сможете отправить свои биткоины под доверительное хранение на кошельки Simba, которые представляют собой надежные хранилища, расположенные на территории Лихтенштейна и в горах Швейцарии, по соседству с самими защищенными в мире банками. При этом вместо ваших биткоинов будут выданы стейблкоины Simba, которые представляют собой ERC-20 токены, выпущенные на блокчейне Ethereum. Эти токены будут зачислены вам на кошелек MetaMask, привязанный к сайту Simba после регистрации. И эти стейблкоины вы сможете использовать для быстрой и простой передачи кому-либо, ведь их курс обеспечен вашими биткоинами, хранимыми в кошельках Simba. И их курс всегда равен 1 сатоши за 1 токен. Таким образом, вы можете безопасно обмениваться токенами Simba, при этом храня их на любом эфириум кошельке, в то время как ваши биткоины будут надежно запечатаны на холодных хранилищах в странах, юрисдикции которых являются лояльными к криптовалютам. Помимо названных ранее Лихтенштейна и Швейцарии, хранилища платформы Simba в скором времени также откроются еще и в Арабских Эмиратах и Новой Зеландии. Там же будет осуществлена и официальное юридическое оформление компании Simba. Тем самым вы сможете защитить свои биткоины не только от физических угроз, но и от законодательных. Ведь если биткоин станет запрещен в вашей стране или попадет под законы о налогообложении, вы сможете не переживать об этом и спокойно хранить свои монеты в других юрисдикциях. Помимо холодного хранения и юридической защищенности, вы также сможете обеспечить еще и высокий уровень безопасности своего аккаунта Simba при помощи двухфакторной авторизации и проверки KYC, которая в случае утраты доступа к аккаунту поможет вам его восстановить. Что, кстати, является еще одним преимуществом Simba по сравнению с обычным хранением на холодном или аппаратном кошельке, где вы можете просто, забыв ключ-фразу, лишиться всех своих биткоинов. А храня их в Simba, вам это будет не страшно. Не стоит также вам бояться и того, что в случае вашей внезапной кончины ваши биткоины бесследно исчезнут. Потому что благодаря Simba вы сможете передать монеты, находящиеся на их хранение, вашим законным наследникам. Помимо функции хранения, у Simba имеется также и возможность заработка. Во-первых, вы можете зарабатывать по партнерской программе Simba, получая 5% за первый уровень рефералов, по 1% за второй и третий и по 0,5% за четвертый и пятый уровень. К тому же, согласно условиям платформы Simba, вы сможете создать себе аккаунт, только имея реферальный код. Поэтому, чтобы не тратить время на общение с саппортом на эту тему, просто переходите на сайт по моей ссылке и используйте мой реферальный код. И не забывайте также, что помимо реферального кода, для создания депозита в Simba вам нужно будет также иметь кошелек MetaMask, ну и собственно сами биткоины. Вторая же возможная заработка заключается в токене SST. Данный токен является отдельным от стейблкоина и используется для поощрения сообщества и развития экосистемы Simba. Его вы можете использовать для торгов на криптобиржах, например на Виндекс. И также токен SST — это отличная инвестиция. Сейчас он стоит примерно 0,1 доллар. В будущем, с развитием проекта Simba, его цена должна будет очень сильно возрасти. Тем более, что он не продается через ICO, поэтому у него нет предпосылок для резкого обвала. Согласно фундаментальному и техническому анализу от криптовалютного фонда NTS Crypto, уже через год цена токена SST будет составлять более 1 доллара. Данный фонд, кстати, тоже является разработкой создателей проекта Simba и лично основателя компании Антона Катина, опытного инвестора, блогера и аналитика. Данный фонд успешно работает уже несколько лет, с 2017 года. Он успел пережить обвал крипторынка в 2018 году и стабильно приносит доходы своим инвесторам. К тому же, консультационным сопровождением Simba занимается швейцарское консалтинговое агентство Trace Group GmbH. Все это говорит об опытности и серьезности разработчиков Simba, которые реально шарят в криптоиндустрии и смогут обеспечить поистине безопасное хранение ваших биткоинов, при этом давая вам возможность свободно использовать их ценность и также зарабатывать на токене SST. Прямо сейчас у проекта стартует викторина с розыгрышем USDT, который сразу можно получить, ответив на все вопросы. В этом вам поможет и мой обзор в том числе. Помимо этого, у проекта запланировано множество подобных мероприятий с щедрыми вознаграждениями. Успевайте к ним присоединиться. Подробную информацию о викторине и других конкурсах ищите в телеграм-канале и чате Simba, ссылки на которые вы найдете в описании. На этом у меня все, и до новых встреч, друзья!